Друзья, и снова здравствуйте. Я опять сегодня выехал для теста, потестировать одну добавку, а именно это кисель. Вишневый кисель. Друзья, основа это пшенная каша, это стандарт. И берем сыпучий кисель, он продается в брикетах, либо с сыпучкой. Берем сыпучий, в нем очень много разных стабилизаторов, красителей, там ароматизаторов, ну, в основном это вишня. Аромат, конечно, стоит шикарный. Друзья, вымешиваем нашу кашку с ароматизатором этим, вот с вишневым киселем. Замешиваем, заряжаем нашу камеру и посмотрим то, что, как оно будет работать. Значит, водоем. Здесь у нас есть карась, карп, плотва, ну и лещ, подлещик такой вот, белая, в общем, рыба. Заряжаем камеру. Друзья, приятного просмотра. Пишите комментарии, комментируйте, друзья. Всем пока! Друзья, как можно видеть, не прошло пару секунд, уже как бы рыбка начала потыкаться на нашу прикормку. Забегая наперед, скажу так, будет здесь и карась, и лещ, и густера, и плотва. И плотва хороших размеров, лещик будет, ну и карасик такой средненький, скажем, небольшой. Но тем не менее, забегая наперед, хочу сказать, рыба была активной, то есть прикормка ей подошла, вот этот вот именно кисель с ароматом вишни. Друзья, приятного просмотра. Смотрите, делайте выводы, пробуйте, тестируйте у себя каждый на своем водоеме. Теоретически, вот смотрите, какой хороший подошел. Прикормка рабочая, то есть можно смело добавлять любую кашку. Так, друзья, я немножко ускоряюсь. Приятного просмотра.